Здравствуй, дорогая семья Света. Мы с вами сейчас движемся в таком бурлящем потоке, который сметает на своем пути все. Поэтому подведем маленький итог нашей с вами деятельности на внутренних мирах. То есть, зачем вам смотреть этот канал? Ответ прост. Ваше право. Желаете смотреть? Смотрите. Не желаете смотреть, не смотрите. Дело ваше и только. Хотя думаю, что те, кто смотрит, ничего не потерял, а только приобрел. Стал осознаннее и стал более внимательным. И больше доверяет себе и наводит порядок в своей родной жизни сам. И таким образом расширяет свои способности и свои возможности. Ну почему бы не таким большим коллективом, когда мы быстрее и точнее возвращаемся к себе настоящим, выходя из мира ограничений и мира иллюзий. И заметьте, по своей доброй воле. Дорогие, вам не надо доверять мне или кому-либо. Вам надо доверять самому себе или самой себе. Очень похоже, когда мы видим, что на небе очень много облаков, но почему-то наше внимание заостряется на каком-то определенном облаке. Или другой пример. Вы приходите в магазин, но вы же не покупаете сразу все продукты. Вы выбираете, что вы сейчас хотите купить. И когда вы это потребляете, то это становится вами, потому что вы это выбрали. В наших мирах очень много всевозможных волн. Но вы сами определяете, сами притягиваете эти волны и сами на этих волнах движетесь в пространстве мироздания. Таким образом, вы становитесь ответственны сами за себя и за свой выбор, где не надо кого-либо обвинять и осуждать. Я сам, я сама. И когда вы потратили на что-то время, и вам не понравился этот фильм, или там он вам ничего не дал, то это же, в общем-то, ваш опыт, правильно? Причем здесь актеры, или там, вот часто пишут, игра плохая у актрисы. Ну что значит игра плохая? Тебе не нравится этот фильм, выключи. Причем здесь ее игра. Она выразила себя так, как могла, так, как хотела, или так, как получилось. Какая разница? А вот то, что вы посмотрели это, а потом еще пишете комментарий, вот это интересно. Поэтому вот это вот все осуждение кого-то, это самая настоящая обычная безответственность. Беспредел. А все обвинения от слабости и недостаточности. Это как вирус, как зараза, которая гуляет в этом мире, и которой все заражаются. Все осуждения и все суждения от ограниченности. И у вас по-прежнему остается много вопросов и страхов, которые не дают вам больше веры в себя. А впереди вы уже знаете 4 больших сдвига в этом году. Или 4 огромных бурлящих потока энергии. Поэтому свои внутренние пространства должны быть чистыми, потому что вы идете к пятимерности. Поэтому все первые дни марта я освобождала аспекты своей души из заточения. Хотя не скрою, раньше я занималась этим, но сейчас даются особые энергии, когда вы с большей глубины можете освободить свои аспекты. Что это такое? Делюсь своим опытом. Вот когда мне раньше говорили, что я буду вспоминать свои прошлые жизни, воплощения, я сомневалась в этом, потому что у меня нет таких каких-то способностей видеть какие-то органы, видеть себя в прошлых жизнях, или я сама ранее перекрыла этот дар. Да даже не обратила внимания, что я это сделала. Да потому что тяжело было все это видеть.
И были моменты сновидений, когда там борьба с огромной змеей была давно. Но и сейчас я бы не хотела видеть этот ужас. Видимо, сама перекрыла это ясновидение. Но интуиция работает и ведут. И это очень хорошо мне понятно. И даже я это хорошо чувствую. Это как слепой видит внутренним зрением, и слух обострен. Более конкретно, сейчас мы уже вошли в 4 марта, уже потоки энергии идут, и вас уже хорошо сносит. И вот чтобы это было осознанной внутренней работой, то желательно провести такую самостоятельную интеграцию, когда вы возвращаете много аспектов вашей души, которые ранее были в заточении на протяжении тысяч реинкарнаций, особенно у старых душ. Но молодые очень быстро приобретают негативный опыт. Например, сексуальное рабство или тяжелый труд на каких-то карьерах, в цепях. В общем, понятно. И эти остаточные программы страха, боли или глубинного вируса, или заражения иррадируют на нашу сегодняшнюю жизнь. Поэтому мы с вами создать благоприятную социальную или общественную жизнь для наших детей не сможем, потому что иррадируют эти энергии. И чтобы это изменить, надо пойти в этот подвал или вглубь планеты, вот как Буратино, помните в сказке, с факелом своего любящего сердца и освободить аспекты своей души. Могу поделиться, как я это делала, как я работала со своей интеграцией души, и более того, мы можем это сделать коллективно сейчас. Поскольку вы знаете мое отношение к групповой работе, я его очень приветствую, потому что все легче делается, то, естественно, совместное творчество и совместное мастерство – это самая настоящая трансформация. И как только мы интегрируем себя в целостности, мы быстрее продвигаемся по пространственно-временным волнам, потому что становимся легче. То есть мы изменяем свое движение по более легким волнам. И еще напоминаю, что ваша душа предоставляет вам разнообразный опыт в воплощениях как в мужском теле, так и в женском. Поэтому кем вы являетесь сейчас, мужчиной и женщиной, разницы никакой. Для того, чтобы вернуть себе свои аспекты души, надо идти туда, где вы их оставили. Этого тоже бояться не надо. И думать, что это сложно, тоже не надо. Это просто. Разрешите себе быть в вашем прошлом. И на волнах пространственно-временных окажетесь там. Вы можете задать мне вопрос, могу ли я делать это сам? Да, конечно, можете. Пожалуйста, делайте сами. Со своим ангелом-хранителем, земным ангелом, солнечным ангелом. Призывайте, кого хотите. А можете на доверии сейчас и большой группой интегрировать свои аспекты души. Еще раз скажу, для чего? Для того, чтобы когда придут вот эти высокие частотные волны, пространственно-временные, вы по закону соответствия оказались на более легких волнах. Приступаем. Я, дочь Божья Лора, приглашаю своих наставников, четырех владык кармы, своего ангела-хранителя, хранителя частот, архею веру и тех существ света, кто может мне помочь вернуть свои аспекты души в единое целое. Для тех, кто боится, попросите, я прошу, чтобы вокруг меня разместили капсулу бесстрашия на время моей глубинной работы. Я погружаюсь на глубину материи и сейчас в своем настоящем одеваю
униженные и оскорбленные части себя в золотые одежды духа. Возможно, это будет даже корона или обувь золотая. Как вам это нравится, так и делайте. Посмотрите во внутреннее пространство, интуичьте, и вы увидите, что таких аспектов очень много в вас самих. И это части вас. Возможно, в сексуальном рабстве, в закрытом подвале, или в кандалах, или тяжелый карьерный опыт физического труда. Это насилие любого рода. Вам сейчас могут идти картинки, вы их можете видеть. Это и погоня за вами. Или это, возможно, даже вас ели, либо люди, либо звери. Одевайте их в золотые одежды. Разрешите им вернуться к вам, ваше щедрое и могущественное и любящее настоящее. Одевайте в золото, и будет легче возвращать и принимать их. Это ваше униженное и оскорбленное, которое вы ранее не желали знать. Вы отвергали это, потому что вам тогда казалось, что это слабость. Вы жили во времена Кали-юги, и, соответственно, было много насилия и боли, страдания, голода. Разрешите им сейчас вернуться к вам. Вы же можете их уже любить. Если тяжело, то попросите Отца Абсолюта и Архею Веру создать ореол любви и милосердия и принимайте части вас. Одевайте в золото, будет легче. Вот вы читаете про войны, и вот у вас или видите какое-то несправедливое поведение одних людей по отношению к другим, и у вас сжимается невольно все внутри. Вот это и есть показатель вашей насильственной смерти. Разрешите всем этим частям вашей души вернуться к вам сейчас победителем. Они очень давно ждут, когда вы это сделаете. Примите себя, возможно, из огня или пожара, или из затопления во время наводнений. Возможно, кто-то из вас погибал в подводной лодке или задыхался в каком-то подвале. Примите себя из завалов землей, из удушения как людьми, так и газом. Примите себя из любой насильственной смерти. А быть может, это было стихийное бедствие в урагане, или когда вы замерзли от голода и холода где-то на какой-то горе. Но больше всего человек умирал от насилия агрессивных людей. Всех до одного оденьте в золотые одежды Бога. Всех замученных женщин и всех убитых мужчин оденьте в золотые одежды Бога и примите как победителей без жалости и стыда за них. Примите как победителя. Это ваш опыт души. А он может быть любым. Такое кино, понимаете? Такая роль, такой сценарий, такая жизнь. И простите себя за непонимание, как себя, так и других людей. Причины всегда есть. Но мы живем уже сегодня с вами на другой планете. Так зачем нам это хранилище недостаточностей и трагических сценариев? Мы все можем трансмутировать в любовь к себе, в свет, в победоносность, в веру в свое могущество,
и свою божественность. Я полностью в своем настоящем принимаю себя и люблю все аспекты себя, как божественные, в единстве сущего с вами в новом восприятии себя и мира, в котором вы уже живете. Я здесь и сейчас трансмутирую весь трагизм, любое насилие и устремляюсь к всепрощению и благодарности за все роли и за все сценарии, которые предоставила мне моя душа. Практически мы с вами выполняли задания своей души, как бы нам это ни нравилось или не хотелось слышать. Я желаю войти в мартовский сдвиг в новом качестве и с новым настроем на творческую реализацию и проявление своей божественности. Я благодарю за помощь в интеграции моей души, я в целостности, и заякоряю интегрированные аспекты себя с планетой Земля. Я здесь и сейчас, в своем настоящем, благодарю всех существ и благодарю все миры. Лора.